Приветствую, друзья! Возвращаемся в Dragon Age. И как я и говорил, продолжаем исследовать западный предел. Этот осколок мы возьмем в последнюю очередь. Я только что взял осколок, который был здесь. И смотрим, что у нас тут. Осколки в западном пределе, все же осколок, да? Подожди, это точно осколок? Да, ну да, действительно, три осколка, все верно. Это хлопоты с порождениями тьмы. Выяснилось, что в натуре сервис. Так, авторитетные источники. Ну хорошо. Подождите, а почему бы мне сейчас не заняться вот этим моментом, пойти на карту мира, слетать в Skyhold, переместиться в Skyhold, выдать задание по расшифровке тех самых драконьих записей, связанных с драконами записей, а потом, ну просто чтобы время не терять. Просто чтобы время не терять, как бы заняться вот этим вот вопросом. Можно было на самом деле это, конечно, сделать еще до записи, но уж коль скоро я забыл, то почему бы не заняться этим сейчас? Так, вурдалак, тем более примем задание. Там давно у меня были какие-то выданы, скорее всего, ресурсные задания всем ребяткам. Сейчас вот вернемся и все эти ресурсы соберем. Заодно посмотрим, что у нас там в крепости вообще творится. И распродаться. Точно. Распродадимся. Талвазготы. Так, урдалак. Среди печальных жертв Пятого Мора есть такие, кто выжил во встречах с порождениями тьми в Фералдоне, лишь чтобы стать изувеченными существами, воплощающими в себе скверну. Мы видели животных, птиц, волков и даже медведей, превращенных в неразумные останки своих настоящих собратьев. Люди ничем не отличаются от них. Эти несчастные жертвы при контакте... Эти несчастные жертвы при контакте, боже мой. Так. Я сейчас просто думаю, чем бы еще можно было бы заняться в Skyhold, помимо того, что распродаться и... А! Никогда нельзя забывать очень важную вещь. Всегда сдавать материалы для исследований, да. Всегда обязательно сдавайте материал для исследований. Обязательно, поверьте мне, это очень важно. Так. Ну что, у меня вот эти длительные загрузки, конечно. О, наконец-то. Начнем с материалов как раз для исследований. Это у нас третий ярус. Сюда переместиться. Ой, и к столу. Переместиться и к столу. Путешествие. Стол у нас на ярус ниже, поэтому бежим. Вот он. Плюс 1000 опыта. Отлично. Давай. Все. Все, что можно было, я, очевидно, сдал. Бонус к урону против нежити. Получил урон против порождения тьмы. И все, больше нет материала для исследования. Естественно. Ой, можно сесть кого-нибудь посудить, но... Сейчас, честно говоря, не до этого. Потом как-нибудь займусь всеми этими моментами. А сейчас военный совет, пожалуйста. Пожалуйста, военный совет. Мне. Подайте мне военный совет. Военно-дипломатический, тактический, я бы так его назвал. Варлей... Отчет готов. Широкий большой меч. Принять. Это рецепт. Узнать, откуда берутся порождения тьмы. Завершено. Не то нажал. Вот это на самом деле. Получено влияние. Принять отчет. Чудесно. И вот тут. Но это нужно через Фералдон. Покончить. Прекрасно. Золото. Замечательно. Так. И варли у нас вот они... как раз три задания светятся. Поддержка из Навары, но сначала перевод текста про драконов. Этим, конечно же, наши связи займутся. Я думаю, что это моментально, да, будет сделано. Ага, открыта новая местность. Нет, не сейчас, но это очень интересно. Исследовать лабораторию. О, целых 3 часа, ничего себе. Ну вот этим Лилиана займется. И поддержка из Невары за 3.24. Или... О, за 2.5 с этим справится Жозефина. На самом деле не важно. Но давайте Жозефина.
В какой форме будет эта самая поддержка? Давай. За 2,5 ты справишься, я чувствую. Так. Там лежит бездна. А можно ли? Выбор. Крепость Адамант. Ну-ка. Fortunately for us, that means it was built before the age of modern siege equipment. A good trebuchet will do major damage to those ancient walls. And thanks to our Lady Ambassador. Lady Cyril of Jadar was pleased to lend the Inquisition her sabers. Mm. They've already delivered the trebuchets. Trebuchets. That is the good news. Так. Слушаю. And the bad news? Erimond called the ritual at the western approach a test. He may already be raising his army of demons in the fortress. The Inquisition forces can breach the gate, but if the wardens already have their demons... I found records of Adamant's construction. There are choke points we can use to limit the field of battle. That's good. We may not be able to defeat them outright, but if we cut off reinforcements, we can carve you a path to Warden Commander Clarel. Так, другого пути нет? So our plan is to lay siege to a legendary fortress filled with demons. It'll be hard fought, no way around it, but we'll get that gate open. It's also possible that some wardens may be sympathetic to our cause. Mm-hmm. The warriors may be willing to listen to reason, though I doubt they will turn against Clarel directly. The mages, however, are slaves to Corypheus. They will fight to the death. We've built the siege engines and readied our forces, Inquisitor. Give the word, and we march on Adamant. Отмена. Потому что это я попрусь туда сейчас. Я не хочу туда сейчас переться. Я еще не все запланированные дела прямо сейчас, по крайней мере, завершил. Поэтому пока не попрусь. Так, хорошо. Здесь я думал еще распродаться, поэтому я сейчас распродамся на втором ярусе. Быстрый переход сюда, переместиться. Все отличненько. Распродадимся. Так. Найдь. Распродаваться. Так. Что тут у тебя? Меня интересует продажа, прежде всего, ценностей. Продать все. Теперь оружие. Надежная тевентерская булава. Продать. Дивный далийский лук. Продать. Но это все не то. И все не так. Посохи дороги, как память. Не могу продать. Продать, продать. Продать. Отмена доспеха авангарда. Придется продать. Дивный доспех охотника тоже продаем. Так. С кольцами. Немножко сложнее. Пока не будем. Вот амулет силы продадим. Гвардейский. Кстати, а что дает гвардейский пояс? Максимум обороны. Так себе. Пояс защиты от магии продаем. Даже не знаю, честно говоря. Оставить ли что-нибудь или нет. Ладно, оставим. Дивное острие посоха. Это все фигня. Так, 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 так. Это все оставляем, конечно же. Ладно, пока тогда все это оставляем, потому что с бижутерией мне прямо сейчас заниматься не хочется. Но заняться нужно будет. Карта мира. По идее, у меня появились новые локейшены. Западном пределе. А где вот новый локейшен появился? Очень странно, потому что я все, все то, что вроде как появилось, я вроде как помню. Ха. Вот, в древнем Тевентерском манускрипте присутствуют чудесные иллюстрации, но текст прочесть не может. Вернитесь к Фредерику. Почему бы не вернуться к Фредерику? Дориан, Варик, Кассандра. Подтвердить. Хм. Хм. Это интересно. Такой продолжительный, продолжительный квест. Продолжительный квест всегда может привести к чему-нибудь неожиданному, приятному. Про руну читали. Путь бури. От бури ожидают безрассудства, безрассудства, прихотей. Но обманываются, потому что
Нет никакого безумия в знании пределов своих возможностей и сражений в этих пределах. Войны могут быть и делом чистой тактики, но при встрече бойцов один на один исход решается тем, кто первый поймет, что он в смертельной опасности и напряжется изо всех сил. Многие доходят до этого этапа, а буря с него только начинается, в этот миг, когда враг собрался с силами уже слишком поздно. И еще одно. Меня как-то раз спрашивали, в чем стоит хранить, так что хранить и с каким оружием применять смеси, ожидая чего-то вроде, хорошо, ожидая чего-то вроде горшка, там было написано, но не успел прочитать. Так, я сейчас хочу разобраться, значит, с этим драконьим заданием. Окей, ну будем ждать. Драконье задание. Слушайте, а я ведь хотел дракона еще сегодня окучить. Ну, может быть и получится. Может быть и получится. Не знаю просто, сколько всего тут вот по времени займет действие. Но просто тут тоже ведь очень многообещающе, согласитесь. Очень многообещающе. Да хватит уже, давай. Вот вам манускрипты. My people have translated that to Vinter manuscript. Studies on dragon hunting patterns, migrations. Ha! Durant's theory that dragons can't see the color blue is refuted. With those dreadful raiders out of the way, we can finally lure out the abyssal high dragon. You should have the honor, my friend. I've made note of the appropriate spots in the waste for you to place lures. Place this bait, and then wait. It will be a momentous achievement in draconology. Я приманю дракона. I'm off to plant the bait for the high dragon. I cannot wait to hear your observations. You must make note of how she circles the hunting area. Но нужно ли мне с ней воевать, кстати? Потому что еще пока не факт, что мне нужно будет воевать с ней, с этой драконицей. Драконья приманка разложена. Ну давайте пойдем раскладывать приманочку. Это очень-очень интересно. Такие вещи упускать нельзя. Я сейчас имею шанс встретиться с драконицей. Правда, пока что действительно непонятно, что это будет с драконицей, нужно ли будет с ней воевать, и не наваляет ли она мне с легкостью. А такая вероятность присутствует, согласитесь. Она может мне с легкостью навалять. Глубинный гриб. Пофиг вообще. Так, место. В капканы почему-то раскладываем, ну посмотрим. Мне кажется, что драконы эти капканы вообще. Ну да ладно, не будем ворчать. Может быть, это действительно что-то даст. Какое-нибудь ослабление, я не знаю. Потому что хотелось бы, знаете ли, не с высшей драконицей из глубин каких-то там воевать, а с маленько подраненной высшей драконицей из глубин. Так оно как-то спокойнее. Глубинная высшая драконица. Prepare yourself. Сейчас начнется. Какой-нибудь повыше залезем. Вот она. We must fight it, говорит Кассандра. Значит, главное, чтобы она сейчас арт-обстрел не начала. А она может начать арт-обстрел. Так, ну-ка давай-ка лапоньку. Лапонька, давай. Огонечком бьет. Так, аккуратненько, очень аккуратненько, осторожненько, восьмерочкой. Ах ты ж дрянь такая, броню на себя накладывает. Ты коза летающая. Чтоб тебе пусто было, я, кстати, с нее опыта не получу, похоже. Так, встать во внутренний радиус, я помню эту подсказку. Зря выпрыгнул из внутреннего радиуса. Отойти. Вот теперь отойти.
Ну, кстати, пока воюем достаточно эффективно, по-моему. Пока, по-моему, воюем еще раз восьмеркой. Так, промазал. Еще раз. Есть, но это коза снова броню наложила. Ничего, сейчас собьем. Дориан, зелье пей там периодически. Не тупи. Сейчас мы тебя подожжем броню. Так, так близко лучше не подходить. Можно хвостом отхватить. Дориан, зелье. Пока неплохо, половина здоровья у нее осталась. Она, кажется, там пытается кусаться что-то. Но что она может против нас? Это правая передняя нога. Что она может? Так, давайте пятеркой. Опа, штукарик, да? Вот так вот. Снова, да? Обраневела. Все, блин, в камень кинул. Так, отпрыгнем. Кинем кинжал. И давай фигарить ее дальше. 10 зелий еще, нормально. Куда пошла? Коза летающая. Еще кинжал. Попал? Не попал почему-то. Сейчас тебе будет больно. Ой-ой-ой-ой-ой, как... Ой, хорошо зарядил, отличненько. На отличненько зарядил. Теперь троечкой давай. Вот так вот. Вот так вот. Кто-то, по-моему, у нас уже сейчас сляжет, да? Высшая драконица. Ты знаешь, кто это будет? Блин. Ладно. Ой. Ой, 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 огнем, огнем. Ну ладно, пусть порадуется, пока может. Все уже. Это уже так, знаете, лебединая песня. Найс. Убитые драконы 2 из 10. Вернитесь к Фредерику. А что ты нам оставила? Безымянный клинок, двуручный какой-то, судя по всему. Хотя нет, уникальный кинжал. Амулет силы для Солоса. Денюжка. Превосходное кольцо пробивания брони. Чудесно. Фигурка Галлы. Железа дракона. Драконья кровища 7 штук. Драконий зуб 1 штука. Перепоночки, чешуя и костяшечки. Замечательно. Ну это же чудесно. Так, теперь вернемся к этому парню. Я прямо доволен. Сближение с кувырком. О чем он у меня висит-то? Непонятно. Ну ладно. Кстати, выследите Сербиса в западном пределе. Хлопоты с порождениями тьмы. Это вот оно, да? Ага, это вот здесь. Окей. Видите, я же обещал, что убью дракона. Я, правда, думал, что буду убивать другого, но окей. Так, стоп, не туда побежал почему-то. Подождите, а что же я делаю-то? Чё я туплю? Мне надо просто пропутешествовать и все. Побежал черти куда. Путешествие, все. Так, исследователь у нас вот тут вот. Nothing to report, sir. Заодно, кстати, мы восстановили запасы зелий себе и прочее здоровье. Ну что исследовать? Драконицы больше нет. Я думаю, что он расстроится. I suppose you wouldn't have. No matter. I should very much like to. Да не, думаю, расстроится, но нет. At a later time, of course. I could join your Inquisition. My expertise could be of use, and your scouts could help find other specimens. Присоединяйся. Отправляйтесь в Скайхолд. Certainly. I'm sure the Inquisition could use a draconologist.
Excellent. I'm sure my research will be of great use to you. Чудесно. Миссия завершена. Плюс новый рекрут. Обожаю новых рекрутов. Так. А теперь вот этот лагерь. Так, сюда меточку ставим. Перемещаемся сюда. И отличненько, отличненько. Продолжаем, продолжаем. А что-то я где-то появился прям так. Так, а где осколок? Что, осколок в каком-то таком месте? На вид, до которого еще, блин, добраться надо. А, там у нас разрыв был, кажется, где-то неподалеку. Сейчас найдем осколок. Блин, надо было выше забираться. Повелся на метку, как всегда. И, как всегда, не то. Так, где же ты, осколочек? Вот ты где. Предпоследний, насколько я понимаю. Осколок в западном пределе. Так, о, гигант снова есть. Слушайте, может убить его? Хотя от них какой-то мусор остается, поэтому пошли они нафиг. К тому же они виснут, что неприятно. Так, а вот сейчас вот четко прямо, там была каменоломня, или это не там была каменоломня? По-моему, это не там была каменоломня, то есть там вот что-то еще есть. С Фаргистом. Давайте повоюем. Второй даже не агрится. Уже не люблю вот эти копии, реально. Что там было такое? Ничего там не было такого. Все, копия сдохла. О, кто-то что-то тут от меня прячет. Ну, блин, это что-то внутри. Давайте обойдем, тут где-то есть ориентир. Тоже, судя по всему, да, ориентир тоже наверху. Ай-яй-яй. А, нет, там все-таки это та каменоломня. Ищем вход. С этой стороны я уже оббегал, смотрел. То есть не оббегал, с этой стороны я был. О, найдено форт Эхо. Все. Сейчас только внутрь бы зайти в этот форт Эхо. Ну я зайду, никуда он от меня не денется. Вот он, похоже, проход в форт Эхо. Стоп, а где тут еще есть осколок ведь? Давайте-ка прямо на него и поставим меточку на этот осколок. А это просто выход, да? Да, это очевидно просто выход. Да, это вот форт Эхо. А где осколок? Видимо, в самом форте. Ладно. Этот в натуре такой грубиян. Блин, он сильно защищен. Но это ему не сильно помогло. Руна. О, враги, что ли, какие-то? Вдруг повылезли. Давай, давай, стреляй в него. Сербис! Ха! Тот самый, который по квесту у меня идет. Это маг, судя по всему. Ну что ж, здравствуй, Сербис. А мы тебя искали. А, с кем? Кто-то парламентеры из себя строим, да? Так, ребят, все. Все. Хорош. Ищем. Где тут бутылку от меня спрятали? Мне кажется, какую-нибудь бутылку. Ну, что такое? Не понял. Вот же. Если ты что, пойдешь? Бери! Не понимаю ничего.
Где-то внизу, значит. Так. А, нет, это Блэквольский квест. Блэквольский. Какой-то враг. О, мозаика. Так, и жаровня. Это для Дориана у нас. Игрушка для Дориана. Сейчас осколок нужно вот там подобрать. Но сначала, рассмотрим вот эту руну. Мастерскую, морозную. А вот это меня куда приведет? Так. А, кастрариуму. Конечно. А, и у меня основной костяк, ну, как бы, количественно основной костяк у меня тем временем левелапнулся. Посмотрим заключительный астрариум этого региона. А, да вы гоните. Да вы гоните нафиг. Так, ставлю паузу. Итак, вроде бы я понял. Так, сюда. Так. О! Отлично. Мужик с гитарой. Созвездие Барда. Отлично, так, окончить. И куда же меня отправят эти астрариумы? В какую-то пещерку? О! Астрариумы в западном пределе отправляют меня сюда. Это чудесно. Это прямо рядом с лагерем на каменистом хребте. Это совершенно замечательно, но чуть-чуть позже. Так, Дориан. Все. Смотрим. Что тут у нас еще? Сначала поговорим еще с тем мужиком, который... I surrender. Который корчит из себя дипломата сейчас. Блин, его нету тут? Офигеть. Хлопоты с порождениями тьмы. О, вот он, Сербис. Still breathing. He's resilient, I'll give him that. Also, surprisingly organized. Where did the Venatori find him, I wonder? Возьмите его живую. Пусть предстанет перед судом. I'll deal with him back at Skyhold. Мне так кажется. Мне это кажется правильным. Так, все, здесь уже убьемся. А что такое? Ух, нифига себе, вы поглядите. Вот это ж наглость-то, а? Вот это ж наглость. Ну-ка, ребятки, все туда. Все мочить. Стрелы, кстати, прикольные такие, как будто кристаллами стреляю. Да что ж я не могу-то никак это... Ладно. Может, потому что я в бою? Окей. Бей его кинжалом. О, путь в юге. Фигня. Стоп, один жатом неплохо. Элегантное письмо. Так, помер, нет? Да неважно. Так. А, ну мы же не в бою. Отдайте мне эту штуку, ребята. Вон, ну наконец-то. Наконец-то полностью все ориентиры в данном регионе принадлежат мне. Сейчас вот по той лестнице забираюсь и беру также еще последний осколок в данном регионе. Потом нужно будет всех левелапнуть, я думаю. Мне кажется, они не расстроятся, если я их всех левелапну. Так, о, сундучок, это я люблю. С каким-то мусором, это я не люблю. Так, взять осколок. Отлично. Осколки в западном пределе, наконец-то, взяты все. Ну и что нам тут остается? Что нам тут остается-то? Ну, получается, только вот разобраться с этой пещерой. Так, больше же никаких маркеров таких у нас тут не обозначено. Оп, стопы. А вот это что такое? Ну-ка. Это интересно, это нельзя опускать.
И где оно? Так, от астрариума. Ну-ка, давайте глянем. Ой, только это крепость же. И ведь я действительно... Подождите. А, не-не-не, все, я не прав немножечко. Ладно, тут, возможно, окажется какая-нибудь каменоломня или лесопилка. Сейчас посмотрим. Последний шаг. Регион, что ли, какой-то? Ладно, неважно. Теперь точно все. Так, идем сюда, перемещаемся и смотрим, что же тут у нас такое осталось. Что у нас тут такое осталось? Нет, возможно, еще, конечно, в этом регионе остались какие-то клады, как это обычно бывает. Так, западный предел, посмотрим. Люстрин, западный предел. Ну, вроде бы здесь особо так-то больше ничего и нету. Пойдемте проверять. Ага. Так, окей. Вот мне, значит, в эту пещеру. Которая тут вдруг открылась. Была закрытой, напоминаю. Напоминаю, что она была закрытой. Так, вот ты мне нужен. Бери. Возможно, тут враг будет, но пока непонятно. Нравятся мне вот эти вот штуки, открываемые астрариумами. Лазурит где-то там торчит. Хм. В этот раз астрариум открыл довольно обширную территорию. Обычно это небольшая комнатка в рамках какой-либо уже существующей пещеры. В этот раз все немножечко иначе. Лазурит. Эльфийский артефакт. Запускаем. Пока непонятно, зачем мне жаровня, ну ладно. Кстати, а вот это, наверное, и есть эти. Рунная кольчуга, чародея. А, и руна. Вот зачем мне жаровня нужна была. И давайте посмотрим, что за отменная кольчуга чародея. Даст мне магию, силу воли и устойчивость к электричеству, но уберет устойчивость к огню и защиту от магии. И также часть брони. Так что я, наверное, все же оставлю свою. Склонен я оставить свою. Ну что ж, таким образом, с данным регионом покончено, насколько я могу судить. Карта мира. Так, запретный оазис, можно было бы сходить туда. Я еще не был на изумрудных могилах, я уже был на священной равнине. А, кажется, я не был в свистящих пустошах, если мне память не изменяет. Валрой я, конечно же, был, Злой Рог... Забытый храм Дирта, наверное, был. Храм Думата. Вообще не помню. Так, где же? Священная равнина. Но нет, я не пойду сначала на священную равнину. Злой Рог. После попытки Жозефины вернуть своему месту, отправляйтесь на праздник к маркизам. Валруайо. Понятно. Забытый храм Дирта, наверное, не могу уже переместиться. Исследуйте храм Думат. А почему нельзя? А я, похоже, исследовал уже храм Думата, раз не могу сюда переместиться. Скайхолд, Крествуд был, внутренние земли был, Бурая трясина был. Ну что ж, остается Эмприус Дюлион, изумрудные могилы. И на свистящих пустошах я, оказывается, уже был. Можно сходить в запретный оазис, отпереть последнюю дверь, но у меня, по-моему, не хватает для этого... По-моему, не хватает. Так что я не пойду. Вот можно сходить. А чё? Подождите. Я должен... Хм. Это... Вот это уже странно. Почему я не могу попасть на священную равнину?
Ха. А, так... Все гораздо проще. Я был в режиме боя. Просто-напросто я был в режиме боя. Отлично. Священное равнение. Все-таки в свистящих пустошах я, конечно же, не был. Забытый храм Диртамена. Это был храм Думата. Вот в храме Думата я, кажется, все же не был. Так, посмотрим журнал. Ближайшее окружение. Это у нас как раз храм Думата. Ага, так, праздник маркизом. Давайте, может, в храм Думата. Нет, я не пойду в храм Думата. Я, как и планировал, пойду на священную равнину. И вот сюда надо лагерь. Сюда. В этот лагерь. Пойдем с драконом воевать. Да. Очередного дракона убивать. Надеюсь, что убивать. Сервиски, ритуал Вейн, Эль призыва. Так, негеройский очерк отчуждения. И будет гореть в ваших сердцах. Давайте про виски почитаем. Эти напитки, возможно, бывшие в ходу у тех или иных отрядов серых стражей, воплощают в себе обычай или миф, порожденный практичностью. Имея возможность брать нужное имущество для своего дела, стражи часто сливали вместе остатки из полупустых бутылок, чтобы освободить место в поклаже. Поскольку бутылки никогда не опустошались до дна, и котелки никогда не мылись, каждая приобретала свой свойственный только ей аромат, зависящий от того, что за страж ее носил. А что нам волноваться, после первого глотка уже ничего не страшно. Возможно, так все и было. Как-нибудь в другой раз дочитаем. Собственно, почему мне, кстати, интересна на самом деле история. Так, сейчас довольно долго нужно будет до этого дракона добираться, возможно, пробираясь через вот этих вот монстров, которые оставляют после себя паутину. Я забыл, как они называются, но очень хорошо помню, что оставляют они после себя паутинку. Вот, и с этим драконом мы тоже схлестнемся. Буду на скакуне добираться. Давай. Все же было бы классно, если бы дали ездового барана к дому. Но Галла тоже неплохо. По крайней мере, лучше, чем обычный конь. Сюда. Давай-давай, галопируй. Главное, чтобы не оказалось, что я сейчас еду не туда. Не туда, нет. Пока вроде бы идет туда. Да-да-да, все, водичка. Водичка, все верно. Кстати. Нет ли на этой карте чего-нибудь неотмеченного? Я, кстати, проверял все локации, не помню, говорил ли об этом. А на предмет появления на них новых ориентиров, вот после той истории с тем, что оказалось, что существуют у меня там невзятые каменоломни или лесопилки, я проверил все карты, на которых уже до этого присутствовал, и взял все вот это вот неизведанное. Тебе сейчас гургуты, точно. Да, блин. Гургутина. Все. Ребра у нас. На утесе. Да. Ай, ладно, черт с ними. Неохота лезть. Все, помер. Сейчас помрет. Возьмем добычку, паутинка не помешает, паутина из гургута. Сделанная, видимо, так. И дракон где-то у нас вот в той части этого болотца. Где-то в той части этого замечательного болотца, если мне память не изменяет. Вон он, да? Вот он родименький. Ах, красавец. Ох, красавец. Давай возвращайся, что ты.
Ждем тебя, ящерка, ждем. Без тебя-то не начнем. Ну и знаете что? А я думаю, что на самом деле самое лучшее, что я могу сейчас сделать, это завершить данную серию, чтобы начать уже этот эпохальный бой с правой задней ногой дракона, там, может быть, левой задней, или даже, чем черт не шутит, может быть, с передней даже ногой дракона уже в следующей серии. Огромное вам спасибо за внимание, друзья, и до свидания.